Приветствую вас. Ну, смотрите, в первую очередь, что я вам хотел бы сказать, да? Во-первых, ваше поведение, ваша симптоматика, она указывает на то, что вам, скорее всего, не хватает ярких впечатлений, ярких эмоций. Возможно, ваша жизнь, она слишком скучна, ваша жизнь, возможно, слишком рафинирована, вот, и вам захотелось испытать новые какие-то яркие эмоции, и вот, собственно, для вас это вот был такой, ну, единственный выход, да, тот единственный выход. Для вас это вот включить горячую ванну и, собственно, в нее сесть. Вполне возможно, что желая почувствовать боль, желая почувствовать какой-то дискомфорт, вы пытаетесь ощутить себя живой таким образом. Вот. И тогда мы говорим и о кризисе 30 лет, и о, может быть, неком личностном кризисе, когда человек оказывается на определенном распутье своей жизни и не знает, буквально не знает, чем ему дальше заниматься, чем ему, что ему делать и так далее, да, то есть ситуация складывается так вот, ну, довольно нехорошо, да, довольно плачевно. Вот. Либо у вас могут наблюдаться проявления аутоагрессии. Вот, аутоагрессия – это агрессия, направленная на себя, то есть желание себя наказать, желание причинить себе боль и так далее. С причинами аутоагрессии, с причинами желания навредить себе и сделать себе больно, нужно разбираться. Как правило, это чувство вины, это непринятие себя и, как правило, это страх. То есть аутоагрессия может использоваться в качестве средства компенсации для того, чтобы избежать каких-то неприятных моментов, связанных с вашей жизнью. Естественно, нужно анализировать то, что с вами происходило непосредственно до того, как вот 2 года назад это беспамятство захотелось набрать страшно горячую ванну, вот что происходило тогда, почему захотелось, чем было вызвано это желание, вот с этим нужно разбираться, и это подходит отправной точкой тому, что делать дальше, то есть какая у вас проблематика. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.